Аккуратно. Оп. И вниз. Оп. И вниз. Обратите внимание, вот это движение никто не делает. Это тогда вы себя ногами будете скручивать. А нам надо силой мышц брюшного пресса попу от пола оторвать. Оп. И вниз. Выдох. Вниз. И вниз. Ну, пробуем. Ногами поболтать ваши. Не двигаются у вас бедра туда-сюда. Да, вот просто разглянулась какой-то. Пятки как были у вас на попы, так и остались. Носки натянуты на себя. Высоко не затираемся. Чуть-чуть. Для того, чтобы мышцы пресса работали, нам достаточно 20 метров попу отрывать. Работает попа. Ну, 20 раз каждый пусть мы сделаем. Раз. И два. И старайтесь, вот получилось наверх поднять. Вниз не резко плюхаться, а плавнее. Так, ногами опять заболтали. Не болтайте туда-сюда. Вот вы их подняли, и они у вас остались на месте. Только таз подкручивается. А не вот это движение. Вот так неправильно работает. Так пресс вообще не работает. Так вот только силой ног скручиваете себя, и все. А нам наверх.